Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Агент башня или агент индуктор была построена в 2127 году на основе команды Хайдена. Это главное достижение ОАК. Агент башня или агент индуктор была построена в 2127 году разработанного команды Хайдена. Это главное достижение ОАК. We'll be right back.
несет аргент-аккумулятор. С его помощью она бат. Башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Система фильтрации аргент-энергии, разработанная доктором Оливией Пирс. Мы — единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую энергию ада в управляемую аргент-энергию. Получаемая энергия питает этот комплекс, а аргент-башня передает ее по всей Солнечной системе, позволяя всем обитателям Земли и близлежащих колоний жить беззаботной и продуктивной жизнью. Но одни мы не справимся. Нам нужна команда. Команда людей, полных энергии. Потенциальной энергии. Раскройте свой потенциал вместе с ОАК. Благодарим вас за интерес к аргент-энергии.
присутствие ликвидирован. Блокировка снята. Судя по показаниям, которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине аргент-комплекса. Если он отстроит этот аккумулятор рядом с аргент-лучом, то откроет портал в мир ада, и закрыть его мы уже не сможем.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Дорога вас вымощена, агент энергии.
Thank you.